НХ, да? Белка, там забей, там бисовый НХ. Ребят, он не бисовый. Он меня и в Элевен перегоняет так-то. Жестко. Не, ну я его, он у меня почти, я почти вровень с ним, да. Король, не там, не там, не думай там ничего больше. Я сказал бис, значит бис. Ну там у него стволы, по-моему, у него. Там, по-моему, 1.271. Ребят, а он вылетел с сервера, да? Правильно понимаю? Да. Не хилите цепухой, вообще хилы. Прекращайте, стопайте хилить, когда, блядь, демоны появляются. Там вот этот шаман, желательно который... вообще ОЕ хила не использовать. Он потому не... что любая хилка захиливает их на фул. Ну это круто, но мне кажется, шаман тут не в дисе. Просто там, ты вряд ли там... хилил. Там демоны с одной тычки умирают. Нет, просто тут. Но я когда... его в дисе просто вижу. Вот этот, который какой-то вершан там, он в дисе? Я не вижу его в дисе. Потому что, когда так говоришь, обычно люди стопают, а они еще хилили, там 5 цепов дали. Он дал, тот шаман, скорее всего. Надо ему написать будет. Шаманы в дисе. Ну, значит, он забил. Никого не было в МК, значит, убили демона. Ну так, блин, сколько я его бил, этого демона. Его на фул захиливали 3 раза. Он с одной тычки умирает. Ну, когда ты ДД, наверное, с одной умирает, а когда ты танк. Его быстро убить. 26 хп, наверное, даже нет. Ребята, что за херь? Почему этот разрывает с серваком связь, короче, хрену за что такое? Disconnect. X2 вообще пишет, что закрыт. Ну, так это дисконнект, Виталий, перезагрузка серва. Да, у всех тоже, да? Да-да-да. Просто я, блин, вам говорю, вы не слышите, что-то я опять звал, что-то, может, это не... Просто кнопки не нажимаешь. Не-не-не, короче, что-то у меня со шнуром интернета, я понял. Я когда его всовываю в ноут, я вас, тебя, допустим, вообще не слышу, как ты говоришь. Сделай меня погромче. Братан, не в этом смысл, я вообще никого не слышу в Дискорде. Как будто он говорит, знаешь? Ты глубже всовывай, ну что ты, братишка? Так, шуточки, блядь, отставят. Давай, как вам такое имя? Джошуа Ниса. Чё? Как тебе такое имя? Ниссан. Фамилия Ниссан. Как машина Ниссан? То же самое фамилия. Ты чё, у всех пока закрыт X2? Да.
Вот пидоры. Они, я имею в виду. Так что вы не принимайте, ребят, на все счет. Фух, я уж подумал. Фарадей здесь? Неправильно зовешь его. Мак одноразовый, вырезай. Ну чё, легка кока, Гель? Лучше не комментировать даже. Вот я знаю, что Лёха ответит нормально, но другие люди ответят по-нормальному. Нормально, ОПГР. Еще пару недель и нормально будет. Первый бус. Так а сколько вообще времени по открытию? Через сколько? Ну сколько времени, как уже открыли ГЕР? Неделя три, две. И я только 3 недели в отпуске. Там ребут прошел? Нет. Скажите, когда заходить. Так а вы что, успели босса убить? Нет. А, вообще, еще лучше, блядь. Да слава богу, что не успели, а то шмотки бы откатило. Ну, это тоже верно. Сегодня была такая фигня, выкидывала тупо на любой сервер можно, а на X2 типа соединение пишет прерванное выкидывает. Смотри, если ребут был, значит скоро и другие будут. Типчик Кроня пишет такой. Сейчас зайду чуть туда. Модер на совет подойдет. Просто тупо классно. Как мне... Это те челики, которые кидают куда-то хер пойми куда? Ладно. Ну, ты говоришь совет. Я думал, ты про босса говоришь. Я про босса говорю. Ну, так я тебе говорю про босса. Господи. Когда там откидывают какая-то способность, если я не помню, когда заходил. Вот помнишь, Лёх, я тоже как-то... Не играл, потом зашел и с вами пошел тоже в зашку, помнишь? Да, увидишь, короче. Короче, я сразу скажу, это они не, или не они. Присуманьте, пожалуйста. На скрытого идем тогда, да? На демоне остаемся. Как раз вытянул вас инстант. Там те, кто заходят... Тут просто бой повесился. Эти мобы, которые босса держат, они на всех агрятся, кто заходит. Так умрите, чё? Надо всем зайти сначала. Да, тут бы вначале всем бы зайти. Блин, как я давно не играл, это жесть. Ток смотрю, приходит сообщение с Сируса. Про Т5, блядь. Да, Лёха? Ты там их терроризируешь? Нафиг ты сагрил мобов? Ничего я не агрил. Ничего, говорит, не агрит. Чё мы сдохли тогда? А ничего то, что я еще лечу вообще? Хрен пойми где. Меня вот тут присуманили. Что не за справедливость? Я зашел, меня убило, зашел Лёха, а его не трогают. Потому что кого-то вообще выкинуло нахер. Заходите. Бежите до демона.
Подпрыгните кто-нибудь на лифте. А, я уже запрыгал. Я подпрыгнул. Ебать, у нас люди наивные. Да я знаю про эту хуйню, думаю, я успею. В таких ситуациях сначала жду, чтобы кто-нибудь... Думал, как ты мог успеть, если там прыжок убивает? Что можно успеть? Левитацию нажать. Лайфхак, короче, сначала кидаешь, а потом прыгаешь. Ну, такую левитацию не прыгаю. О, работает. Вагон, ты опять работаешь? Блядь, жирная сова застряла. Нет, он не работает. У него зуб другой со... Сейчас посмотрим. Ааа, дома! Надо на том прыгать. Какая разница, на каком прыгать? Тосак делал. Красавчики. Я быстрее. Нафиг ты прыгаешь, у тебя и так лететь должна она. Ты зря лед себе кидаешь, тебе плыть быстрее будет, наверное, чем пешком уйти. К вам пошли еще мобы. Блин, есть ли кто-нибудь, кто вот бежит, ну че вот пробегаете, Брун? Че, трудно что ли? Ну там большого кто-то сагрил, паразиты. Паразиты. Да похильте. Блин, похиль, куда плывёт, похиль. Неплохо нагло рассекаем, да. Чё, ни хрена, да? Я понял. Не работает. Да, почему-то. Комбат в рейде. Как он тебя похиль? Комбат повешал, я не успел. Рейд багается, не открыть, типа, пустой экран. Япончик, а ну этому одноразовому накидай приглосов в рейд. Где он? Почему не помнишь? Миша. Чё? Заходи в рейд. Мне некем. В смысле некем? У тебя сова. И маг. У тебя маг, рога, разбойник там. Разбойник, да. ШП. Рога. ДК. Вар. Да рос вар у тебя вроде. У меня 270 плюс, ты так не говори. Там топовый ДК. Ой, вар. Чё, тело покинуть или достанете? Вроде достать можете. Интересно, чё. А или его лист. Главное, уточняй, какое ты хочешь покинуть. О, красиво. А где, ребята, МАУЕ нельзя долбить, я забыл. Где-то в этом инсте. Здесь.
каска, пристабав. Чё, чё, тебе нормально? Там король, мне надо сходить король. Кир, если на присутствие пришли. Миша, мы на первого босса пришли. Ты видишь, сколько времени? Чё вы сейчас делаете? 23 человека. 23, да. Так все печально. А че вот этот друид, который вчера с нами был, котенок, он не в рейде, а на твинке сидит. Поинтересуйся у него. Кто? У нее. Какая разница? Япончик. Угу. Все, поехали. На твинах у нее нет доступа, а друидам она вечерним. Она уже ходила, да? Я не помню, но... Лех, там если на сложных надо будет зайти совой или рогой, могу... Через 40 минут. Хорошо. Это на совет? Да. Да путь пострадает, заходи. Я попробую. Могу, кстати, на мага адмирала человек. Че, больше лодон не мог найти? Кстати, Миш, слышал, что нам прок на 15 секунд сделают? Ну, делаю. Ребята, сейчас пустите, да? Безопасно. А не только прок, там еще, по-моему, и взрыв сделают до 800. Может быть. Сделают. Может быть.
за мной бегает. Бей его. Бей его, или он тебя прорычает. Задоминируйте. А вы рыбу убили уже? Нет. Нет. Пока сухо. Рыба. Вот разделение, перчатки выбили. Мне не нужны, у меня уже есть перчатки. Раздавай-ка, бери себе вторую копию. Лёх, на рыбу? Да, попы. Да. Сука, пиздец. То чувство, когда ты садишься по мане под конец боя. Даже не под конец, а где-то там процентов. У меня 20 секунд не хватало, чтобы по мане не сесть. Вот, вернее. Я сел до камушка сорвался. Секунд 30, наверное, стоял без маны. Я ее под конец очень грамотно тратил просто. Сейчас бы Эли ему давать МК. Моя энхо, блин, хулип. Жади. У нас двое все. Зачем тебе МК? Чего? DPC? Да ты не смеши, а. Да. Нет, ну хута неплохо апает, но просто смысл с этого не... Ну не два косаря.
Когда у нас под 100% крита все просчитано. Нам вот этого толка побольше, конечно. И что, 40к? Как много? У меня взрыв по 75 хуярит, и что? Да, это все, блядь, это... Это не 5%, 3%. ДЦшки нехилые. Ну, погоди, ты Энх критует магией? Магическими скиллами? Да, у него 50% типа примерно рекаунт, это магия. Типа каста, да? Ну, хуй знает, да. Здесь постоим, побьем двоих. Каких двоих? Ну, здесь будут два моба, и будем их взять. Ну, Лоид готов. Есть нас как будет. Все, ловить. Руга, забей. Рыболовы. Не жалко манну? Я успеваю заливать. Ловите босса. Нет рыбалки на майке. Отойди, там крючки не заграживают. Да. Чувствую, когда она не срабатывает 100%. Да уйдите от того, что вы делаете. Рыбу спугнуть. Вы... Бля, Женек, ты мне идею подал, спасибо. Где же ну? Артемия, помоги трешься. В бассейне. Игру не срывайте. Че, а типа селедка это где-то вот босс, она где-то в другом месте находится, что ли? Уплыла. По боссу. Боссу.
Ты чего? Серьезно? Нарсия, дай БР. 32к в секла, прикинь? Я выводу. Что не ответит. Жену он поднимешь, бро. Сейчас я рано вылез просто. Брун, стражи сзади вот этот забери. Проводи еще. На совет. Кирс, бери пояс, не бери пояс. Зачем? У меня уже кап. С камнями, да? Заеби. То какая разница, камнями добивается? Ты лишний крит, лишний с ПДК. Ну, блин, смотри. Тебе либо крит добивать, либо меткость. Ты можешь крит шмотом собрать или камнями. Разница собрать. Не, ну блин, то, что он
всекает на таком, блин, далеком расстоянии, это, конечно, новость. Кто всекает? Ну, этот босс, вращением. Там прям надо на самом краешке стоять, чтобы он тебя не всё... Там... Когда подпрыгивал, ну, вылазил из дырки, он меня лучом, короче, не один раз задамажил, а то, что я не мог улететь, он меня сбрил просто. Там 10 уронов от него было. Мне 32 тысячи вращением всекло, когда я почти на краю самого платформы стоял. Что-то, это... по-моему, он столько не всекал. Может, то, что я только не видел. Кританул, может. Может быть. Ну, потому что, типа, вот эти его скиллы, они не должны шотить. Типа, я так-то тауреном играю, мне там плюс хп дополнительного. Значит, не кинул. Не, ну все равно, типа, 32 тысячи... Это больше, чем должно бить, по-моему. В хп просто надо забиваться. Угу, магом. Чешку на броню одевать. Чешку на броню. Вот еще гениальные мысли. Настой этот, который 2600 хп. Припоты на броню бей, но... Припоты точно. Броню. Жить зато. Не, вот когда я там шаманом был, мне 1010 максимум всекало. Может, реально. Неужели такая большая разница брать? Ну, если крит срабатывает на эту способность, может быть и крит. За двух боссов уже их не начисляли. Это, или... готовьтесь, там может рейндж надо будет сломать. Начислить. Или по ласку начисляют. Двоих, да. Хуёвый есть среди них. Хуёвый есть. Который на мне, короче. Вот этот нормальный. Давай. Знаешь, как сделаем? Я его отсюда уведу наверх. Лок, уйди. Чтоб велики. Там птичий гриб принесли, да? На ком этот босс, который хуёвый? Хуёвые внизу, хуёвый. Нормальные наверху, милики могут бить нормально. Танчишь в агро, на тебя? Да, да. Только хильте. Который наверху, милики могут бить. Только хильте, да. А внизу там пускай фарера тебя бьёт. Мне порой бывает, что я взрывом не критую под прок, прикинь. Ну, у него ж не 100% шанс крита. Вообще обидно. Мне осталось только босса на вторую карту убить, и все. Я во вторую карту. Маг долго, еще 2 плюса. Я вот что не добил. Типа... Сколько? У взрыва всего 71% на крит. КДС мало. То есть у него такой же шанс крита, как у живой бомбы при накидывании. Похилят там, заберут. Я вас понял, короче. Миш? А какой этот, чтоб 100% крита фаербола было, это сколько? 90? В плане собрать надо или что? Да, просто интересно.
Я как бы этим заниматься не буду, конечно, но просто интересно. Было бы логично, чтобы 100% крит надо 100 собрать, наверное, не? А у нас на разные скиллы разный процент. Ну в сумме, чтоб 100 было там же. Отслужи, только потом отойдёте. Гайте. Ты знаешь, это просто как у совы. Они там все 100% крита на один спел собирают, а на остальное уже пофиг. Нашел на кого смотреть. Нет, ну блин, мы же себе тоже собираем ожог 100% и глыба 97%. Смысла же нету завыше делать. Что дальше тяни по одному? А вроде нормально, скажите, убейте все. Сделали бы как живую бомбу, как и знаешь, когда она обновляется, что за какой-то скилл, например, какой-то хуй или у престола, блин. Было бы заебись. Постоянно играть, ты тогда никогда бы не смог получить старт от города. Ну еще зачем тебе ограничения? Дайте кто-то. Нет у меня КД руна. Ну я имею в виду там. Лёх, на кого мне заходить? Знаешь, как я буду тебя набирать? Мне Женёк идею подсказал. С этими чердейскими взрывами быстрее будет, кстати, чем огненным столбом. Он, по-моему, дешевле даже. Да, он дешевле, это же Женёк. Меня увидел. Тоже настакиваешь, что ли? Греча. Нет, у меня же нет ничего настакивать. Лёха. Так я сейчас. На кого мне заходить? Не знаю. Речь, пожалуйста, рядом с тобой. Два рога маг. Рога, маг и сова, да? Сова. То есть ты выбрал, блядь, самое беспомощное создание из всего этого с наименьшим левом. Смотрю нахуй на жену и думаю, бля, заебись, у него ты 5 нахуй. Маху еду ему. Ебоже, такой крутый. Такого же и левела. И тут еще один. Не без Т5, Виталий. Почему Т5 так и нет? Насосал просто. Я просто этой Т5. Совой не играю, поэтому я туда не Т5 даже не. Вот из БДК сделайте, конечно, да, двухкнопочную херню. Ну, так знакомый голос. Две кнопки жмешь и этот ДПС даешь. Ну это да, это для раков полных сделали. Раньше я как на пианино играл, а тут сейчас вообще фигня. Теперь если ванходик, я иду просто. Там будет весело. Игричку не, ванходик не интересно. Вроде при 4 Т5 кнопки добавятся вроде. Главное, чтобы ходы друидом у тебя постоянно были на стол. Когда в БДК? Да. Ну это да, там. Нормально силы рун прет. Плюс фласк купить на силу рун. Это ЕП не дают пока, да? В конце дадут? Да. Что?
Я этих фласок закупился, но плохо то, что их 20 штук только можно носить с собой. Ну это как трипод своеобразный для ДК. Я просто за ними летать постоянно надо, закупаться. Заметил, как бурст поднялся? Ну да, если будет еще 4 куска, то еще лучше будет. Че, все зависли? А не, смотри. А вот этот посох это где, Лёха? Вока, да? Алексей. Подожди, что? Куда? Часу РПК ждут реву. Ну да, они в реву становятся и ждут. Так всегда было. Да я бы не сказал. Смотря в какое время. Нахера в реву становиться на РПК собрался пасть. Бля, Лёх, вот понимаешь, человек приходит новый, вот ни хрена не знает, как он тебе будет искать пати. Я даже пати не знал, что такое. ВГ постоянно набирает. По часу ждут. Если он хила танка регнется, сдаст, он не будет ждать. Он уже будет ждать 2 минуты. Потому что он все найдет пати в Аблана. Я когда шамана на сервер пришел, я как по мысли. Так, я лох, у меня никого здесь нет. Создам я хила и буду одеваться вначале, потом переформирую. Все, я за 3 недели, за 2 уже в рейде. Хилом. Все. Просто не все танками хилами играют. Только избран. Знаешь, дофига ДДшников, которые, блядь, и там левел свой не оправдывал вообще. Это да. Вон один рейд и вагон. Что хули пала нет. Печально.
Номера по шаманам будете по ПД забывать. В тьме босса танчишь. Ну, я думаю, если ее будут прохиливать, то танчит. Только это... Лёх, скажи, по какому шаману заливать это, блядь? Тут-то, блядь, и то, не только, блядь. В пятой группе. Сам будешь видеть, кого мало маны, тому и заливай сразу. А чё, Полина опять вернулась? Уже давно. Нет, ну понятно, ну, я имею в виду про тот случай, когда она уходила. Рыбу поставил? Дайте саман. Кого-то. Сопрот продаст тонк, нет? Сопрот обязательно. Ребят, поделится нищим мазафакеру, блядь, сопротик. Дамара, ну куда сопротик, блядь, по-братски. Да, давай только там не чужишь. Локи, шкаф поставьте, сманить. Лёх, Лёх. А что, ты просто резист одеваешь тут? Да нет, это я просто... Вчера ещё ссылка за буст. А я что-то смотрю, что такое. Так, короче, я на присте, Артемия на боссе, ты на шума. Этот Женек тут спекай все в хила. Будешь шестом. Ты, короче, будешь сидеть на этом. На Артемия. Просто будешь сидеть на этом. На Войде. Речи в приоритете на мне. Рестор друиды, хильте шамана. Особенно если их будет прошибать под тотемом. Ну и ДЦ плюс обзор всего рида. Дайте почту, если у кого есть. Лёха, можно мне тут на ХП выпить? Сопрот лучше. Ну там физуха больше бьет, шаман. А так. Там тотем еще приличное количество бьет. Артемия, это кто? Не вижу ника такого. Брон. Друид. Танк. Тупо стойте хильте. Лёх, по каким целям сначала? Череп, потом... Звёздочку. Потом... Понял. Потом, понял. Дальше понял. Мозер, Прости, Артсия, Брун. Не дали почты до сих пор, он стоит почта. Да, можно, пожалуйста, перед сопрот кто-нибудь? Дайте, пожалуйста. Ты по мне, если что, хилишь. Речь. Плюс рейд. Тьме, что не хватает.
Баф обновить. Да, ставил. Сейчас еще одну поставлю. Кому что не хватает? Каску дайте попри.